Всем привет! Это вторая часть нашего путешествия по Питеру. Кто не смотрел первую, переходите на наш канал, смотрите, комментируйте и подписывайтесь. Сейчас перед вами Казанский собор в Санкт-Петербурге. В него мы не стали заходить, так как там были 2 года назад. Снимать и фотографировать в нем нельзя. Советую его посетить, в нем очень красиво и колоритно. Вход также платный, как и в любой музей в Питере. Сразу напротив собора находится дом Зингера. На вершине башни Зингер установили огромный стеклянный глобус, который удерживает каменную скульптуру матросов. Зимний шар символизирует намерение Зингера охватить торговые сети весь мир. Вдоль экватора глобуса поясывала лента с надписью компании, сейчас ее нет. Гранитный фасад дома Зингер украшен растительными орнаментами и скульптурами мифологических персонажей. На угловой части под стеклянной башней расположились изображения крылатых валькирий. Завтрак мы отправились в кофе-рум за большим сладким коктейлем, но оказалось, что эта сеть и такой коктейль подают только в Mickey & Monkey, и находится он по другому адресу, но мы не расстроились и решили попробовать, что готовят здесь. А сейчас мы выдвигаемся за самым огромным и сладким коктейлем в Питере. We'll be right back.
яичница есть яичница. Я вот что хотела. Масло с джемом. Нет, яичница в принципе вкусная. Она не может быть невкусной. А вот это бомба. Это как в детстве, когда на хлебушек мазал маслом, а сверху клубничное варенье. А тут еще такой подрумянившийся тост. Восхитительно. Мы еще ни в одно место не попали, где было бы невкусно. Везде обалденно. Сейчас я покажу самое большое пирожное, которое я ел. Обязательно попробуйте его в Питере. Ну это вата. Конечно, она сладкая. Главное, чтобы потом ничего не слиплось. Это точно могу сказать. Вот здесь какая-то пироженка. Вот это мороженое эскимо. А мармеладная какая-то кисло-сладкая. Я не знаю, вот здесь вот полосочка присутствует. Тоже мармеладка. Пончик. Мармеладка какой-то кремом тут помазана. А коктейль, по-моему, здесь идет клубничный. Ну, дофига сахарной даты. Тут какой-то джем. Давай дербанить вместе. Так, ну что, мои друзьяшки, сейчас будем пробовать это вкусное чудо. Первый берем вату. Вата такая. В меру сладкая, но вкусная, как в детстве. Катя правильно сказала, это мармелад. В общем, чтобы добраться до основы, надо съесть вот это все. Самое главное, чтобы сахарный диабет не шибанул. Вкусно. Прям четко. Будьте здесь обязательно купите. Да и кстати, я совсем забыл сказать, у меня сегодня день рождения, мне исполняется 33 года. Праздновать мы пойдем сегодня вечером в ресторан. Обязательно досмотрите до конца. Дальше нас ждет посещение Исаакиевского собора.
Собор преподобного Исаакия Далмацкого, более известный как Исаакиевский собор, представляет собой одну из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Собор является крупнейшим православным храмом северной столицы России. Кроме того, это также государственный музей-памятник, который открыт для посещения всем желающим. Храм находится на Исаакиевской площади, относящейся к архитектурному ансамблю центральных площадей Санкт-Петербурга. В этот ансамбль также включены такие площади, как Сенатская, Адмиралтейская и Дворцовая. С разных сторон от Исаакиевской площади располагаются Мариинский дворец и Адмиралтейский проспект. Написано «по газонам не ходить», но это никого не останавливает. Сейчас мы покупаем билеты на смотровую площадку Исаакиевского собора. Есть два входа, один на смотровую площадку, другой в сам храм. Мы же отправляемся по винтовой лестнице на смотровую площадку, а после зайдем в сам собор. Запомните эту маленькую дверь, когда я выйду с собора, я обязательно про нее расскажу.
что-то с чем-то. Вот вы видите сами, это, я не знаю, они от посуду. То есть невозможно не снять ничего, не посмотреть, они как ошалевшие. Со всех сторон ходят. Ладно, будем ходить, снимать к такому. Блин, людей это просто, как я не знаю, миллионы. Самое главное наверху это не застрять, иначе вы будете как Винни-Пух ждать весны или МЧС, чтобы отсюда вытаскивать. Там реально очень маленький проход, проще, если вы реально толстенький, лучше не рискуйте, лучше не проходите там. Там проход, я не знаю, это сантиметров, наверное, 40, наверное, 50. Я там сам еле протиснулся, это вообще. И людей сегодня, конечно, было очень много. А мы заходим в Исаакиевский собор. Bye.
Собор мы посетили и вам показали, а сейчас мы идем в отель, чтобы переодеться, и далее нас ждет ресторан, где мы будем отмечать мой день рождения. Это была целая спецоперация. А еще Катя мне заказала торт. Обалдеть. Вообще офигеть. Видали, какой красивый? Happy birthday, mi amor. Mi amor. Моя любовь. Да. Классно вообще. И мы решили записать наикрутецкое видео в Инстаграм. И вот как это было. Сам готовый ролик можете посмотреть в нашем Инстаграме. Сегодня у меня днюха, мне сегодня 33 года. Катька меня классно поздравила. Я офигел, если честно. Это не было сюрпризом. Я ему рассказывала, что хотела снять видео с шариками, все дела. В общем, видео в ленте в Инстаграме есть. И это как бы не было сюрпризом. Ну, круто, если честно. Ну, возможно, и было сюрпризом. Да. Было неожиданно. Офигенно. Спасибо большое. Я тебя люблю. Я тебя тоже. А сейчас мы будем кушать тортик. Ну, вы уже его видели, скорее всего, да. Мы вставку, я уже вставлял его. Такой мини получился. Пробуй. Да, сейчас его попробую. Вино будем с горла пить. Кружек нет. А, может, снимем верхнюю эту? А, она снимается. Наверное, да. Так, ну да, это просто не это. Это как шоколад, по идее. Должен быть. Бомба. Натуральный? Угу. Сейчас мы в номере. Мы сейчас приехали с экскурсии. Называется музей артиллерии. Почему-то пошли, я служил, как я уже говорил, я служил в ракетных войсках и артиллерии. И всегда хотел попасть, ну, посмотреть музей. И очень, кстати, интересно. Я всем советую посетить данное место. Единственное, что когда вы сюда приедете, рассчитывайте хотя бы на полдня, потому что очень много всего интересного. Мы как бы пробежались бегло. Особо я там не вчитывался. Ну, как бы я вчитывался, что мне интересно было. Но чтобы прям конкретно во все это вникнуть, все нужно приходить на целый день. Катя как девушка, ей не понравилось. Она сказала, я не хочу больше в такие места ходить. Нет, я такого не сказала. Ну, я ради тебя пошла. Я воздержусь от комментариев данной экскурсии. Но просто мне это неинтересно. Но ради тебя я пошла и снимала. Нет, у меня еще состояние по самочувствию было так себе, поэтому я там старалась прижаться где-нибудь, присесть и не мешать тебе получать удовольствие. Как тебе тюрьма?
Вы нам скажете, вообще какой-то чудик в 33 взял экскурсию в этот... Чудик. Мы с тобой когда что в кунсткамеру и прочее, там, в тюрьму, в Петергоф там пошли, да? Петергоф же это было или что это? Когда? Сегодня. Это не кунсткамера. Ну, вот мы заходили, там была... Это как тюрьма это обычно? А, ну, в общем, там была вот эта черная комната, господи, как... Карцер. Карцер, да. Тюрьма. Ну, в общем, чудик, потому что даже на второе свидание он меня повел куда? На кладбище. Ты, говорит, была на Некрополе? Это в Пятигорске, и кто не знал. Да, наше второе свидание. Повезти на кладбище девушку. Вбейте в интернете, там реально, ну, специфично, но там интересно. Ладно, ну если что, это как вот вы посмотрите экскурсию, реально она прикольная, мне понравилась. Если вы, допустим, вы приезжаете в Питер в первый раз, вот мое мнение, что один раз в жизни, ну, нужно посетить это место, потому что, как нам сказал гид, что знакомство с Петербургом начинается... Петропавловская крепость. Дело в том, что, в принципе, основание Санкт-Петербурга было... начиналось именно как раз с Петропавловской крепости. Это первое, что начали строить, и потом уже, собственно, именно становился и появился сам город Санкт-Петербург. Угу. И там все именно осталось, как тогда, в те годы, то есть все сохранено. И брусчатка, по которой ходил Петр I, и сами ворота, которых когда вели на казнь преступников. То есть там все это сохранилось. И, конечно, там энергетика чувствуется, да, то есть, ну, когда как ну, настоящая, как бы раньше была тюрьма, и люди там сидели разные. И Горький там сидел, и разные личности тех годов. Конечно, интересное время. Ну, в смысле, это место интересное. Так что всем советую, сходите туда хотя бы один раз в жизни, но попадите туда, посмотрите. Интересная экскурсия. И обязательно сходите в Эрмитаж. Вот мы в этот раз туда не попадаем, потому что у нас ограничено по времени. Пребывание, да, в Петербурге. Да, мы здесь только 3 дня. Если было бы побольше времени, обязательно пошли. Ну, мы были в первый раз, когда мы приезжали в Питер. Это обалденно вообще. Просто мы не успели там все, конечно, пройти и посмотреть. Но впечатления, конечно, были потрясающие. Да. Если вы едете в Питер, сделайте себе прям четкие пометки, куда нужно сходить там в первую очередь. Там А, Б, В, и тогда вам будет намного проще, потому что очень много геолокаций классных, прикольных. В Москве такого нет, кстати. В Москве прикольные места есть, но они разбросаны в разных местах города, туда надо в одно место поехать, потом время выбрать, чтобы во второе поехать место, а здесь все прям концентрировано. Все рядышком находится, да. То есть... в пешей доступности с одного места в другое спокойно можно добраться. По Москве так пешком, конечно, не походишь, угу. А здесь это очень удобно. Так что, если вы едете в Питер, выбирайте, чтобы у вас хотя бы, вы здесь проводили время одну неделю, минимум одну неделю, тогда, чтобы вы максимально все посмотрели и насладили всеми видами, всеми кайфами Питера. Кстати, кафешки и рестораны здесь самые вкусные, самые крутые. Я еще даже ни одну не нашел, вот сколько мы сидели, ни одно меню, значит, ни одно блюдо мне не понравилось. Все было круто. Все понравилось. Не было такого, чтобы ни одно не понравилось. Да, наоборот, все понравилось. Да, все понравилось, да, не ошибся. Все понравилось. Все. Ну, конечно, такую подборочку кафешечек делала, тут сидела. Да, это, кстати, Катя, да, это Катя все подобрала мне, дала список там нужные геолокации, куда сходить. Реально классно, да. Я все оставлю адреса, где мы были, всех ресторанов, куда нужно сходить, где реально вкусно, кайфово вообще. Обязательно сходите. И не пугаться очередей. Мы в первый день, когда приехали, оставили здесь чемоданы и пошли, так как заселиться не могли, приехали раньше времени заселения, пошли в кафе «Астор». И там оказалось, что очередь в кафе, и люди стоят на улице и ждут, когда освободится столик. 11 дня. Андрей был шокирован, зол, голоден и готов был уйти, уже стоял, искал места, где можно еще пойти покушать. Проблема в том, что большая часть ресторанов, которые мы по карте находили, они все с 12 часов только открывались, а еще не было даже 12. И, в общем-то, мы постояли немножко в очереди, минут 10, наверное, 15 максимум. Освободился столик, и, собственно, мы присели. Потрясающе вкусно позавтракали. Впервые попробовали взбитое подкопченое масло с яйцом Бенедикт. Было вкусно. Так что не надо бояться очередей в кафе, да. В ресторан. Кстати, по поводу цен.
они здесь чуть-чуть дешевле, чем в Москве. В среднем на человека, на одного, выходит 1500. Что вы примерно рассчитывали. Вы вдвоем, если вы приходите в кафе, то средний чек у вас выйдет 3-3,5. Вот так вот. Но при этом вы прям реально наедитесь. То есть вы голодно не уйдете. Вот сегодня мы отдали за завтрак до 3000 рублей. Мы съели по 2 порции панкейков, и то я не доела, мне кажется, я даже половину не съела. Была бельгийская вафля, или какая там вафля, с лососем, с огурцом, с яйцом. И, по-моему, еще что-то там сверху было, полито или авокадо, не помню, что такое, в общем. И ты выпил 2 какао с маршмеллоу, я выпила 1 капучино, и тем не менее, просто даже не доела, но мы так объелись, мы просто были дико сыты. Получается, это был наш завтрак еще до 12 часов примерно, и сейчас вот мы пойдем на полдесятого вечера только ужинать. Собственно, вот наша еда. Да, кстати, через полчаса у нас уже столик забронирован. Надо так поторапливаться. И мы едем в ресторан. Идем. Идем. Пешком. А набережная реки Фонтанки, а тут рядышком. А, на Фонтанке. Так что... Поздравляйте меня с днюхой, мне 33. Поздравляем. Да, возраст Христа. И мы отправляемся в ресторан. Винюшка у тебя. Да. Кстати, вино классное. Я оставлю название. Будете в Питере, в Пятерочке продается бомба. Нам принесли закуску перед ужином. Комплиментом от шеф-повара это не назовешь, как это обычно бывает. Но я был удивлен, даже испытал шок, что нам принесли целую бутылку масла, запечатанную и лаваш. Мы были в разных ресторанах, но именно такое сочетание бутылки масла и хлеба нам подали в первый раз. И кто не понял, это бесплатное блюдо. Подают в качестве закуски, пока готовится основное блюдо на ужин. Если честно, нам понравилось. Да, вспомнилось детство.
А вот нам принесли основное блюдо. Называется мальтаяти с рагу барбареско. По-русски говоря, макароны с говяжьими щечками и тертым сыром. Но очень вкусное блюдо. Будете в этом ресторане, обязательно возьмите это блюдо. Ресторан называется «Салон Паста Бар», набережной реки Фонтанки, дом 30. И это очень большое блюдо, голодными вы не уйдете. И еще в этом ресторане очень вкусные алкогольные коктейли. Советуем их попробовать. Я-то заказал себе еще одно блюдо. Оно называется «Вителла Тоната». Это говяжья вырезка под сливочным соусом из тунца. Вкусное блюдо для мужчин. И на десерт мы взяли профитроли с горячим шоколадом. Нежное и очень вкусное пирожное. Также советуем попробовать. Мы пошли пешком до нашего отеля «Калейдоскоп» по Питеру. Спасибо, что досмотрели до конца это видео. Продолжение, третью часть, смотрите на нашем YouTube-канале. Оно будет очень интересным.